Я здесь 35 лет живу. Он же охранник, чуть в обморок не упал. Говорит, вы сколько здесь прожили? Я говорю, 35. Он говорит, на улице оказался. Я говорю, да, на улице оказался. Вот так и все. На улице бомжи. 160 человек. Здесь у нас соседка пришла, сказала, говорит, один месяц оплачивают, а потом, говорит, оценочно. И за сколько жилье нам не обещают, ничего. Мы, получается, остаемся на улице. Они сказали, второго у нас будут выселять. Что сказали? В эту, в Березку.